Всем намасте, мы находимся в Индии на Брахма-кунде. Брахма, как вы знаете, это творец вселенной и отец богини Сарасвати, богини знаний, красноречия и музыки. И поэтому здесь я бы хотела вам напомнить о той практике вокал-йоги, которую вы все прошли или только планируете пройти. И самое главное, фундаментальное, с чего мы должны всегда начинать нашу практику, это дыхательная практика. Поэтому сейчас мы с вами подышим немного крию, она называется капалабхати. Прочистим все наши полости для того, чтобы красиво зазвучать. Самые главные ошибки, которые самые важные моменты, на которые стоит обратить внимание, это наш скругленный позвоночник. Его нужно убрать, сесть ровненько, закрыть глаза, направить взгляд в межбровье и сосредоточиться на выдохе. И выдох здесь должен идти снизу живота на кончик носа. И для того, чтобы легко это было делать, вам нужно раскрывать ваши полости. Это главная ошибка многих из вас. Пожалуйста, следите за этим. Ну и таким образом продолжайте, пожалуйста.